слышала, что вышел указ президента о первоочередности приемов для детей-инвалидов. Подскажите, на какие учреждения это распространяется и работает ли в нашем округе? Начну с того, что 26 июля, вы правы, был принят указ президента Российской Федерации о внесении изменений в основной указ, который у нас 92 года. Это указ о дополнительных мерах государственных гарантий для инвалидов. Здесь, конечно, рассматриваются все группы инвалидов, первая, вторая, но в один из пунктов были добавлены дети-инвалиды и лица их сопровождающие. Согласно этому указу, дети-инвалиды получили право на внеочередное обслуживание в организациях торговли, вернее, предприятиях торговли, общественного питания, связи, в юридических службах, в организациях культуры, здравоохранения и спорта. Также дети-инвалиды и дети их сопровождающие получили право на внеочередной прием, вернее, в первоочередном порядке прием у руководителей учреждений и предприятий Уссурийского городского округа. Не только Уссурийского, конечно же, по всей стране. Что касается вообще основных гарантий, да, социальных, то они у нас регламентируются 181-м федеральным законом, который говорит о всех социальных гарантиях, правах для инвалидов на территории Российской Федерации. Что хотелось бы сказать? Хотелось бы обратиться к руководителям учреждений и предприятий, что они должны провести работу со своими сотрудниками, со своими коллективами и довести вот эту информацию, что дети-инвалиды вне очереди принимаются, до своих сотрудников. Вот это самое главное. И хочу сказать, что поставлена задача нам, как органам местного самоуправления, проводить мониторинг данных предприятий и учреждений. В этот перечень входят все предприятия, учреждения и организации, которые обслуживают население на территории Российской Федерации.